Друзья, всех приветствую. Сегодня я хотел поподробнее поснимать видео, как на Зиле, наверное, выполнен слаб двигателя. С 645-го установлен ЕМЗ-236. И какие переделки были выполнены. Значит, кронштейн, вот видно, что запиливался. Крепление кабины. Чтобы убралась клапанная, ну и ГБЦ. В том числе. Значит, выхлоп. Здесь заглушка на коллекторе. Переварен. Здесь вот приварен отвод. Вот так вот выполнен коллектор. Дойдет ниже. Изгибается. И соединяется в одну сплошную гофру. Здесь, значит, вот такая опора установлена. Вот тоже сварена под подушку. Так. Ну, по этой стороне вроде все. Это, значит, изменение конструкции, вот конфигурации вот этой опоры кабины. Коллектор переваренный. Травится это посередине. Здесь, значит, также вмешательство было в эту опору кабины. Рулевой вал выносили, потому что видно, что гидроусилитель выполнен через проставку. Но обычно на зилах он прикручивается к раме напрямую. Здесь проставка установлена, чтобы не мешал, соответственно, вот рулевому кардану коллектор. Вот здесь так все. Минимальные зазоры такие сохраняются при всем этом. Ну и вот опора эта, соответственно, посередине. Также коллектор, значит, изменен. Вот видно, опора выпилена. Коллектор изменен, здесь заглушка заварена. Здесь отвод. И уходит вниз, соединяются обе стороны вот гофрой.